Итак, прополит. Если вы используете прополит утром, используете с большим количеством воды, то есть не менее 2 стаканов обычной прохладной воды, это стимулирует и запускает работу желудочно-кишечного тракта, после чего идет процесс очищения ЖКТ. Если же вы принимаете этот продукт с теплой водой и с небольшим или малым содержанием воды, ну, например, просто один глоточек взяли, выпили и запили этот продукт, в этом случае будет совершенно другая история. У вас будет запираться желудочно-кишечный тракт, и вы вместо послабляющего действия получите прямо противоположный эффект в виде запоров. Поэтому обязательно пейте прохладная вода и большое количество ее.